Зависимо от того, насколько ты давно не смотрел. Там дела по-разному могут быть. Пивик, 300 рублей, предупред. А со мной перестала общаться подруга, но через 2 дня мы помирились. Я не хочу выходить из дома и видеть людей. А я перед стримом какал. И вчера. 2 раза. И вчера даже 3. Ну типа, вот, ты мне сказала информацию. Я тебе, теперь я знаю то, что ты поссорилась с подругой и помирилась. А ты знаешь, что я какал. Ну просто я по-другому не могу, ну я чё, ну хара, ну я как бы, сначала я за вас, вот это, я расстроился, то что вы помирились, а поссорились, а теперь я рад, потому что вы помирились, вот, спасибо, что рассказала, а я перед стримом какал, 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 а я перед стримом какал.